Estelle. Официальная косметика Max Factor. Официальный партнер шоурум российских дизайнеров «Капсула». Официальный партнер Royal Dress Forms. Официальный отель Saint Regis Москва-Никольская. Официальные рестораны «Турандот», «Фаренгейт», «Мейсон Делос». Генеральные информационные партнеры «Журнал Эль», «Национальный музыкальный канал Муз-ТВ». Информационные партнеры «Грация», «Сплетник.ру», «People Talk», «Поста Магазин». Официальное радио «Мегаполис FM 89.5». Стратегический партнер Fashion Consulting Group. Сейчас на подиуме недели моды в Москве состоится финал первого всероссийского конкурса дизайнеров спортивной одежды Forwards Sport Design. Цель конкурса Forwards Sport Design – разработка дизайна современной спортивной одежды высокого уровня качества и художественного исполнения. Организатором выступила компания Forward, которая с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России. Соорганизатор конкурса – отраслевое информационное агентство «РИА Мода». Всероссийский конкурс дизайнеров спортивной одежды Forward Sport Design – проводится один раз в год, и его участники соревнуются в двух номинациях. Разработка коллекции одежды Sport Fashion, графический дизайн российской спортивной одежды. Конкурс проходит в два этапа – конкурс эскизов и конкурс готовых коллекций. Из более 1000 участников были отобраны 35 финалистов. 20 работ в номинации «Графический дизайн» и 15 работ в номинации «Коллекция». Ткани были предоставлены тремя крупными компаниями-спонсорами конкурса. Компания Юнсон, компания White Plus International, компания Fitex Group. Обувь для сегодняшнего показа предоставлена Soho Fashion. И еще одна компания-спонсор – лаборатория моды Lab Fashion Club. И первый швейный – это специализированный магазин, представляющий технику и аксессуары, различных брендов. Финал первого всероссийского конкурса дизайнеров спортивной одежды Forwards Sport Design. Представляю жюри. Председатель жюри Карина Казарян, дизайнер, арт-директор компании Forward, кандидат искусствоведения, член Международного союза художников, владелец марки Карина Казарян. Елена Истягина-Елисеева, директор Центрального музея физической культуры и спорта Министерства спорта Российской Федерации. Ирина Царева, директор Всероссийской Федерации художественной гимнастики. Юлия Царева, директор Федерации художественной гимнастики города Москвы. Наталья Николаевна Милютина, доцент кафедры дизайна костюма Московского государственного университета дизайна и технологий, кандидат технических наук, доктор искусствоведения. Татьяна Панич, арт-директор галереи «Ардена». Анастасия Гребенкина, прославленная фигуристка, участница Олимпиады в Турине. Виталий Цыганков, исполнительный директор компании Forward. Алексей Огурцов, актер, продюсер. Алексей Петрухин, актер, кинорежиссер, продюсер. Виктория Тарасова, актриса. Антон Алфер, владелец портала Мода.ру. Аскандар Гусейнов, коммерческий директор компании Fitex Group. И мы благодарим средства массовой информации, оказавшие поддержку конкурсу. Журналы «Модный магазин», «Памбьянко магазин», FMD, интернет-порталы «Мода.ру», «Интермода.ру», «Фэшн Юнайтед.ру», «Лекпорт.ру», «Модная Россия», «Фэшн Эдюкейшн.ру». Номинация «Графический дизайн российской спортивной одежды». Incredible how you can see right.
Виктория Масалова, Новосибирск. Екатерина Зинина, Нижний Новгород. Димашова Татьяна, Тольятти. Шамлайла Тарамов, Грозный. Евгений Леус, Шахты. Екатерина Абрамова, Шахты. Артем, Магнитогорск. Дорбековский Богдан, Краснодар. Билал Билалов, Магнитогорск. Александра Червякова, Москва. Сайори Ирина Скоморовская, Калининград. Игорь Макушкин, Москва. Сергей Гороськов, Барнаул. Денис Писаровский, Москва. Наталья Отрожко, Владивосток. Дарья Галицкая, Люберцы Московской области.
Александра Лебедева, Москва. Александра Черепанова, Екатеринбург. Андрей Поляков, Химки, Московская область. Инна Романютина, Москва. Завершились показы в номинации «Графический дизайн». Следующая номинация – разработка коллекции одежды «Спорт Фэшн». Кристина Колпакова, Алтайский край, Локтевский район, город Горняк. Елена Пелевина, Пермь. Косарева Людмила, Елец. Лейсана Салеева, Казань. Поправка, это Виктор Лукьянов, Королёв, Московская область. Лейсана Салеева, Казань.
Софья Степкина, Омск. Степан Козявин, Москва. Анна Холикова, Москва. Ирина Иноземцева, Москва. Татьяна Глебова и Лейла Насрутинова, Химки, Московская область. Роза Минасян, Иваново. Полина Новикова, Орел.
Инна Каширина, Обнинск, Калужская область. Надежда Самсоненко, Коломна, Московская область. Наталья Черкова, Екатеринбург. Пока жюри подводит итоги конкурса, вы увидите показ коллекции организатора конкурса компании «Форвард». Thank you.
incredible how you can see right through me. Для объявления результатов конкурса на сцену приглашаются Карина Казарян и Елена Истягина-Елисеева. Объявление результатов конкурса на сцену приглашаются Карина Казарян и Елена Истягина-Елисеева.
вечер. Мы всех рады видеть сегодня. Спасибо, что пришли на наш показ, на наш конкурсный показ. Первым мы награждаем приз зрительских симпатий в номинации «Графический дизайн» Билалов Билал. И Каширину Инну тоже в номинации «Графический дизайн», также приз зрительских симпатий. В номинации «Коллекция» приз зрительских симпатий. Дорогие друзья, Государственный музей спорта обладает всей коллекцией спортивных сборных за много лет. Я надеюсь, что эти коллекции в скорости пополнят экспонаты музея, достойную славу российскому спорту принесут. Вы Я бы хотела поблагодарить всех моих друзей, ребят, которые меня поддерживали, которые верили в меня и болели за меня. Большое спасибо. Награждаем дальше графический дизайн. Да. Скоморовская Сайори Ирина награждается за участие в конкурсе в номинации «Графический дизайн». К сожалению, не все ребята смогли подъехать, поэтому мы перечислим просто имена. Графический дизайн Поляков Андрей, Анферов Артем, Билалов Билал, еще раз, Гораськов Сергей, Пимашова Татьяна, Тарамов Джумалайла, Черепанова Александра, Абрамова Екатерина, Галицкая Дарья. Абрамова Екатерина. И еще раз Абрамова Екатерина. Так. Лебедева Александра, Масалалова Виктория. Мне кажется, это все. Нет? Романютина Инна, Писаровский Денис, Торбиковский Богдан, Червякова Александра, Анферов Артем, Зинина Екатерина и Макушкин Игорь. И теперь мы с радостью поздравляем ребят, которые приняли участие в номинации «Коллекция». Просим подходить, мы будем вручать вам дипломы. Козявин Степан награждается за участие. Он будет подходить. Салиева Лисана. Колпакова Кристина. Ширина Инна. Диплом за участие. Иноземцева Ирина. Янов Виктор. Глебова Татьяна и Насрудинова Лейла. Новикова Полина, Пелевина Елена, Самсоненко Надежда, Степкина Софья, Косарева Людмила. Косарева Людмила. Наталья Румба. Минасян Роза. Румба. Поликова Анна. Немножко о том, как создавалась эта история. Мы
как бы решили организовать этот конкурс первый раз. Это такая спортивная история. Собрали ребят со всей России. Как вы видите, первая часть конкурса проходила в эскизных проектах. А вторая, вот вы сегодня увидели, представлены были изделия, футболки и коллекции. Сейчас мы ждем результатов. От компании White Plus Бударову Наталью мы приглашаем на сцену для вручения призов. От первого швейного Дмитрия Остапенко и Анну Ионову. И от лаборатории моды Lab Fashion Club Екатерину Аксенову, пожалуйста. Мы приглашаем на сцену Козявина Дмитрия Степана. Козявина Степана. Степа, подходи к нам. Вручаем тебе сертификат от компании White Plus. Представители White Plus рядом. На сумму 500 тысяч долларов на приобретение тканей. Да, ошиблась немножко, извините. Так, а кто? Лукьянов Виктор приглашается на сцену. Так, иди. Тоже сертификат на 500 долларов на покупку тканей White Plus, пожалуйста. И третий. Румба Наталья. Подходите. Румба Наталья. Вручаем сертификат. Поздравляем. Благодарим компанию White Plus за активное участие. Спасибо. Я напоминаю, что организатором конкурса Forward Sport Design выступила компания Forward, которая с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. Напомню, Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России. Соорганизатор конкурса – отраслевое информационное агентство «РИА Мода».